Салам пополам, ящеры. Я на кепочке, на курточке. Едем за грибами. Никогда вообще за грибами не ездил. Сегодня решили сгонять, посмотреть, что к чему. Ну, вообще, весь этот процесс. Может, что наберем? Главное не ошибиться. В грибах вообще не понимаю, знаю только лисички. Но жена вроде знает там, какие грибы бывают. Короче, сапог резиновых оказалось у меня нету. Поэтому еду в кроссах. Сейчас носочки заправлю, штаны в носочки, чтобы никакой клещ мне там не залез. И все, и будем собирать. Сейчас посмотрим. Вон жена идет, сейчас покажу ее прикид. Смотрите, моднявая, не? Чисто колхоз ставил. Ты готова? Да. Поехали. Приземлились на одном месте каком-то, тут заехали на трассе. Тут поляны, вот видите, все, поляны, леса. Кажется, как будто бы здесь могут быть грибы. Сейчас пойдем посмотрим. О, орет, хватит снимать, иди и собирай. Я же блогер. Вот такая вот тропа куда-то идет, наверное, на дачу куда-то. Вон лесник один лазит. Я самое максимальное, что боюсь в лесах от всяких насекомых и клещей, и всякую прочую херню. Сейчас будем. О, Оксана что-то подмутила. Это нашла, что ли? Нашла. Я из дома взяла. Мне показалось, как ты ее подняла и говоришь, у нас есть защита. Она новая, еще запечатанная. Ну-ка, меня тоже побрызгай. Дезинфекция идет, обработка. Все, хватит. Ну что, пойдем грибы искать. Вот я здесь лазю, здесь много этого навоза, блядь, лепешки от коров. Я думаю, коровы-то не едят грибы, а то, может, они тут все пожрали. Потому что пока что мы ничего найти не можем. Пока вижу лепехи коровья и всякую нечисть из насекомых. Гриб, говорит, нашла. О, я тоже увижу такой большой. Ну-ка, подожди. Андрей, ты поганка. Я такой не знаю. Дай посмотреть. Вот он, первый наш гриб. Друзья, знаете, что это за гриб? Пишите. Но я в грибах вообще не понимаю, не знаю, что это. Ни хера там получил, побежал. Вот такой вот грибок, не знаю, срывать его нет. Таких мы не знаем. Это, наверное, белый. Думаешь? Покажи. А там хер его знает. Блин, ну выглядит классно. Покажи с другой стороны. Белый нет. Мы можем зафоткать и кому-нибудь отправить, нам скажут. Да. Все, забираем. Друзья, Оксана, нормальный соискатель, еще один гриб, говорит, где-то нашла. Ну, только я не знаю, что это за грибы, я такие не знаю, я знаю лисички, подберёзы. Вот он. А эти я не знаю. Что за гриб, кто знает? Пишите комментарии. Так, ладно, забираем его, нет? Не знаю. Сейчас посмотрим, забирать его или нет, я даже не знаю просто, что это за гриб, нужен он нам или нет. Во, блядь, лесники. Короче, ищем еще дальше. Заехали на новое место. Тут вроде машин до хрена везде стоит. Значит, может быть, есть грибы. Вот, недовольна Оксаночка, как обычно, с бидончиком. Ну, что, одни съемки делаешь? Оксана, а что мне делать? Я блогер, а контент для подписчиков мучу. Видишь, грибы показываю, потом будут советовать, где грибов побольше. Оксана, пошли дальше, что-то стало на площадке, где машины паркуются. Надо вглубь идти. Все, идем. Короче, Оксаныч наткнулся вот на такую херню здесь. Слизень какой-то, и тут дырок много в земле. Фу, походу, Андрей, змей ползает. Оксана на панике. Оксана, пойдем отсюда. Я боюсь. Короче, лес вообще, блять, походу, змеи ползают, всякое поебот. Мы сваливаем отсюда. Андрей, останавливайся, я боюсь. Если честно, задолбался уже грибы искать, грибов вообще нету. Поганки только. Псевдо-белые, как называется. Ну, знаешь, что нашли тут такую полянку, где много очень земляники. Я уже успел крапивиться, кстати. Последний раз в детстве крапивился. За первую землянику потянулся и крапивился. Больше за ней не кинуть. Пальцы теперь жжет. Лесник собирает землянику. А я ищу грибы. Ну, грибов вообще нет. Тут в лесу мы в каком-то. Хотя машины по обочинам стоят. Но грибов... Ну, я просто грибник такой. Нашел пару поганок и все. Ладно, сейчас еще немного поищем и сваливаем. Зашло небольшое чудо, мы все-таки увидели, что люди грибы набрали, пошли еще, и вот под березу их набрали. Вон еще один, Оксан, пролезь, что ты маленькая, я просто не пролезу. Короче, народ, тут под березовики. Зацените, под березовики, вот этот вообще здоровенный. И маленький.
Красота. Пойдем еще посмотрим. Да, Оксана там разорала. Вот это гриб. Смотрите. Вот это грибок. Бери. Не, давай ты, я боюсь. Ну бери ты, я тоже боюсь. Не, Оксана, давай ты, я боюсь. Большой, вдруг там под ним кто-то живет. А он хоть нормальный? Ну да. Съедобный? Что за гриб-то? Я его знаю. Ну бери, ладно, не бойся. Вот это гриб, Оксана, больше, чем ты, посмотрите. Ну на, держи его куда-нибудь. Пакет, на, ты же взял пакет? Клади. Все, начинается. Может, разрежем его? Не надо разрезать, надо сначала показать. В общем, выкладываем то, что набрали. Смотрите, какие здоровые. Угу. Сейчас будем консультироваться с людьми. А вот эти два первых, которых в самом начале я вам снимал, это две поганки оказалось. Мы их выбросим, пока еще не выбросили. Посмотрим. Народ, пишите комментарии, где вы грибы набираете. И вообще различаете вы их или нет. Вот, смотрите, какой у нас тут трофей. Грибы вообще здоровые. Березки. Вот это вообще порезать пришлось. Вот ножка отдельно, потому что не влазил. Где-то все в пакет не взяла. Вот тут березовики маленькие. А это кто, лисички? Это белый. Ну тут белый, а это лисички? Нет, это тут березовики. Там же земляники.